Всемку. Ну что, ребят, продолжаем наше выживание. Хотя что, ребята, дамы и господа, леди и джентльмен, всех приветствую. Так, знаете, что я хотел сейчас попробовать сделать? Я хотел, наверное, сейчас сделать две штуки. Первое это открыть эту дверь, кину сюда гранату. Вторую, взорвав вот эту вот стенку и посмотреть, что там есть. А хотя, возможно, эта дверка и идет от этой стеночки. Как вы думаете? Просто чтобы я, так сказать, два раза не потратил лишнего. Ну, ладно. Так, берем в руки фонарик. Берем в руки фонарик. Берем в руки пехоль. Так, где наш пехоль? И сейчас одну секундочку кое-что проверю. Вот там запись включена, микрофошка. Да, все вроде есть. Потому что бывало такое, что я час сидел записывал, а потом забыл включить себе микрофон. Ладно, здесь мы подрываем и быстро ползем сюда. Так, надеюсь, этот монстр не умеет по лестницам. Не умеет по лестницам. А если и умеет, то мы его сейчас тут встретим. Так, все. Тихо, тихо, тихо. Тихонечко. Все, уходи. Хэштег бабайка уходи. Но я так понял, он не умеет по лестницам залазить, да? И это хорошо. Сейчас он оттуда уйдет. Сейчас он оттуда уйдет. Ну все, 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 все. Тихо, тихо, тихо. Че ты нервничаешь? Все? До побачення. Интересно, он ушел или нет? Интересненько, ушел он или нет. Так, здесь нужно быть аккуратно. Нас тут стреляют еще со всех сторон. Так, ага, что у нас тут? А у нас тут, в принципе... Знаете, что, в принципе, я думаю, можно сделать? Может, тряпочку выкинуть и взять лучше аптечку? Как вариант, правильно? Так, где у нас хрестик? Где у нас хрестик? Все, вот. Вот у нас X. Все, 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 ребят, я ухожу, честно. Честно? Честно ухожу. Все, все, все. Тут не поймешь, где безопаснее, с бабайкой, чей с этими, кто в тебя там стреляет. Так, все, давайте спускаться. В прошлой серии мы с вами нашли медальон с паролем. И, по-моему, это тот медальон, который нам, в принципе, и нужен был. Так, канистра с топливом. А вот это уже дилемка. Гранатка. Ну, газовую не хочу выбрасывать. Она мне пригодится в любом случае. Факел тоже. Тогда, значит, обычную хаешку придется выкинуть. Потому что топливо нам нужно в любом случае. Мы с помощью него заправляем себе этот, как его, генератор, который дает нам свет. Так, что это такое? А, вы не можете использовать. Это большая аптечка, походу, да? Угу, пустая бутылка. Так, тряпочка. Что еще тут есть? Ничего. Ну, в принципе, ничего такого важного. Ничего такого важного. Ну, на крайняк. На крайняк будем знать, что оно здесь находится. Так, это эта дверка, что мы пытались с вами открыть. Правильно я понимаю? Да, это эта дверка, которую мы пытались с вами открыть. Ну и ладно, не открыли. Так, не открыли. Так, что мы? Мы теперь идем вот сюда, вот сюда. Берем факел. Да-да-да, давай-давай-давай. Все-все-все. Don't install a библиотеке. Все, ну давай, давай, давай. Дерни отсюда, дерни. Мне нужно все-таки посмотреть, правильно ли мы нашли жетон. Давай, 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 давай. Давай, рататуй. Как там кажут, до побачення. Так, все, идемте. Идемте отсюда. Так, а главное сейчас теперь найти
Выход. Выход. И, по-моему, где у нас коды? Вот. 1688 Стаффорд. Вроде бы он. Только куда и нам идти? Ага, это вниз, это мы. Потом туда вернемся. По-моему, нам куда-то... Куда-то сюда. Да, я предлагаю, давайте, наверное, мы сейчас сделаем как? Мы сейчас взаимодействуем, все, и уходим. Все, 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 все. Да, все. Игра пролагала. Перепрыгиваем крыску. Используем фонарик и бегим домой, 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 Арчи. Все, 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 все. Не-не-не. Так, закрыть. Закрыть. Иди сюда, давай. Очкошник. Так, все. Давайте сейчас используем бинт. Сохранимся, заправимся топливом в канистре. И пойдем сходим посмотрим. Сходим посмотрим, подходит ли нам пароль от нашего шкафчика. Ну там еще одна вещь лежит, по-моему, кроме ключика. Еще что-то полезное, но не знаю. Будем ли мы то искать, либо не будем. Все, все, да, закончилось. Тогда идемте смотреть. Так, еще раз сохраниться. Открываем и пошлите смотреть. Это у нас находится... Ну, вот туточки. Так, бонжур. Какой там 1688? Стаффорд, да. Да-да-да-да-да-да-да. 1688. Так. 1688. Шикарно. Ребят, ну что, я вас поздравляю. Говорится, я вас поздравляю. Что тут еще осталось? Тут остались патроны дробовика. Тут где-то дробовик должен находиться. Канистра с топливом. Тряпочка. И, в принципе, аптечка. Ну, аптечка, тряпочка нам не нужна. То, что я и хотел взять, как бы то, что я хотел взять, я и взял. Сейчас мы сходим, сохранимся. Сейчас мы сходим, сохранимся. Ты что, бежишь за мной или что? Ты что, скаженный? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Не факт, конечно, что его может дверь остановить, но... По идее, здесь у нас сохранение, так что... Может быть... Так, что мы делаем? Давайте, наверное, мы... Я не знаю, стоит ли хаешку убирать, либо дверь какую-то взорвать придется. Просто у нас места мало в сумочке, и это очень-очень плохо. Ну, то есть, как бы, один предмет только можем с собой носить. Угу. Ладно, сейчас, секунду, секундочку, сейчас кое-что хочу проверить. Так, все, туточки. Все, туточки. Я же, по-моему, сохранился, да? Уже не помню. Так, теперь мы идем с вами, во-первых, в винный погреб. А винный погреб у нас, по-моему... По-моему, где-то... А где он был, этот винный погреб? Тут, по-моему... Так, идем в винный погреб, а потом мы сходим с вами в место, где у нас лежали кусачки. Так, а что со светом? Все? Закончился. Так, винный погреб, винный погреб. Да, вот он. Вот он, вот он, вот он. Все, 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 все. Прекращай, я не к вам. Так, что теперь нам нужно? Берем ключ. И с помощью этого ключа мы потом с вами пойдем сейчас попробуем добыть кусачки, чтобы можно было перекусывать такие вот цепочки. Так, все.
Отлично, отлично. И давай второй. Шикарно, что могу сказать. Тихо, 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 тихо. Тихонечко. Шикарно. Так, аптечка. Пустые бутылки. А вот и как раз топливо. Угу. Так, записка. Крица, читаем записку, ребят. Чё, да я уверен, по-любому тут ничего не интересного нет. Так, диверсия. Поставила крест на проекте использования туннелей 2 июня примерно 23:30 в системе туннелей прозвучал взрыв. Ага. Окей, как говорится, очень интересно. И много чего бесполезного. Ладно, ладно. Мне, блин, канистру. Мне канистру важнее было, чем хаешку. Так что сори. Хаешка, я тебя выбрасываю. Канистру я забираю. Пустые бутылки мне не нужны. Аптечка большая, но я теперь буду знать, где у нас лежит большая аптечка. Так. А здесь у нас что? А здесь ничего, да? Давай мы тебя... Ага, мы тебя не поднимем. Ну и ладно. Так, идемте тогда... Идемте тогда сейчас сходим, заправим генератор по полной. Заправим генератор по полной. Блин, а я только не помню, куда мы с вами ходили, чтобы добыть эти, как его... Чтобы добыть гаечный ключ в какую сторону. По-моему, сюда. Крица, если мне не изменяет память, по-моему, туда и мы и ходили. Хотя, может, я ошибаюсь. Так. Дай мне канистру. Дай мне канистру. Идем подзаправимся. Ну, а прям по полной. Все, почти полная. Ага, закончилась. Да, почти полная. Хорошо. Нужно будет по возможности пополнять запасы. Так, теперь давайте сходим посмотрим. По-моему, мы с вами... По-моему, куда-то сюда ходили. Сейчас посмотрим. Сейчас, как говорится, посмотрим. Но, по-моему, где-то здесь. Надо еще про растяжки не забывать. Потому что растяжек много. Так, дай-ка вспомнить. Здесь ты... Ага, вот растяжка. Не, по-моему, не здесь. Или здесь. Сейчас проползем, посмотрим. Так, ну тут, как вы поняли, смотрите, мы тут сможем с вами пройти. Нас тут что-то будет ждать интересное. Но мне нужны кусачки. А кусачки у нас находятся... Да, не здесь, по-моему. Блин, гребаные тоннели, туннели. О! Канистра, это хорошо. Канистра, это хорошо. Здесь я как бы тоже мог бы сейчас бы хаешкой взорвать это все, либо камнем разнести, но не буду. Не буду создавать лишний, как говорится, шум. Ой, ё-моё, а как ты тут оказался? Погоди, 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 родной, ты чего? Ты чего, прикалываешься? Алло, 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 где выход? Ой-ё, все, 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 все. А что оно там делало? Не прикалывайся. Даже не прикалывайся. Ага. Ладно, ладно. Вы это видели? То есть это тело сидело, меня там ждало. Самое интересное, что тихонько, как крыса. Блин, а что так быстро топливо тратится? Я не успел даже и 2 метра пробежать. Ладно. Ладно, сохранится. Блин, я представляю, если бы я это без света все проходил бы. Так, я отсюда прибежал, да? Ладно, давайте попробуем. Давай попробуем пройти сюда.
Блин, честно, не помню, куда и нужно было. Так, пролагало, хорошо. Типа переход на новую локацию. По-моему, здесь это. Да. Это место. Только есть две проблемки. Не знаю, сработает ли это все, либо нет. Сейчас тут начнет орать военный. Да, есть две проблемки. Первое, мне нужно взорвать эту дверь. Первое, это взорвать эту дверку. У нас где-то бочка, по-моему, была. С порохом, если не ошибаюсь, да? Вот, бочка с порохом. Нужно будет взорвать эту дверку. Тихо. Все. Нужно будет взорвать дверку и убежать, пока месь. Во. Зачем нам нужно взорвать дверку? Из-за того, что нам нужно попасть вот в это место. А мы попасть можем в это место вон через вон ту решетку. По-другому сюда никак не попасть. Так, знаете, что я предлагаю сделать? Давайте, наверное, здесь, по-моему, где-то был еще газовый баллон. Или не было тут его. А вот, получается, кусочки лежат. Тихо, ты можешь не орать, пожалуйста. Потому что где-то тут должен быть газовый баллончик. Вот, баллон с газом. Вот у нас тряпочка. Так, прикольный стульчик. Вот у нас потрошка как раз. На замену нашего потрошка. Вот и палочка. Блин. Стой. А если с помощью кирпича я смогу? Не взрывая, не привлекая внимания. Просто не хочется сильно привлекать внимание. Тихо. Так, тихо. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Дом достала библиотека. Я не туда побежал, Арчи. Нет, не туда. Я заблудился. Все. Все? Ты перестал за мной бежать? У меня есть ключи, я им воспользуюсь. Ага, страшно. Страшно, я знаю. Так, хорошо. Походу он нас не преследует. А может и преследует, я не знаю. Блин, если бы можно было, конечно, его с помощью этого фонарика отпугивать. Ну что, типа он боится света. Было бы, конечно, еще бы лучше. Гребаный монстр. Тихо. Никаких месье мадам. Так, записка. Ну, записка вроде там. Запомните, если понадобится снять решетку, возьмите специальный ключ. Во-во, да. Это я, по-моему, во второй серии сюда приходил. Кто помнит, как говорится, можете мне написать в комментариях. По-моему, мы во второй серии сюда приходили, и я начал искать этот ключ. Так, хорошо. Минус один. И минус второй болт. Все, отлично. Все, тихо. Я предлагаю взять в руки вот такую вот гранатку. Вот такую вот гранатку. И потихонечку исследовать, что у нас тут с вами есть. Так, тряпочка, записка, сигнальная шашка. Так, фотография, канистра.
Да. Красиво, красиво. Так, я предлагаю, наверное, сделать вот так вот. Сделать два факела и... И один факел потом выкинуть, потому что у нас с вами да. Как бы сами понимаете, мы сейчас будем забирать с вами кусачки. А места у нас с вами нету. Так, давай смотреть записку. Что тут написано? Последние новости о военнопленном номер такой-то, поскольку остальные камеры пусты, я начал допрос с пристрастием. Надеюсь, крики не мешали спать вам. Я ему не верю, я сказал... А, я заказал пайки на 3 дня вперед. Окей. Ага. Сохранились. То есть здесь можем сохраняться. Значит, сюда бабайка пролезть не сможет. Так, а это у нас получается... Он, по-моему, в предпоследней камере. Он, по-моему, в предпоследней камере. Ну, мы с вами сохранились, если что. Давай, давай, давай. Я фотографу ушли, Мака, ребят. Ой. Походу, до побачення. Так, самое главное, чтобы, во-первых, чтобы он не мог сюда пробраться. Чтобы он не мог... Ой, ё, дверка. Дверка! Дверка! Я открыл дверку. Я сам виноват. Я дверку открыл. Ой-ё, я виноват. Я дверку открыл. Ой, блин. Жесть. Ага, он убежал. Испугался, да? Падла. Ладно, ну, по-хорошему, мне, наверное, этот момент бы вообще переиграть бы. Потому что, сами понимаете, аптечку мы с вами потратили. Ну да, я забыл, что я дверку открыл. Не, ну, хэштег Арчи молодец. Так, скажи, пожалуйста, что ты оставил у меня здесь кусачки. Е-бэй-би. Хорошо, все. На, зайчик, покушай. Так, здесь больше ничего нету. Больше ничего открывать не нужно. Так, канистра с топливом. Ну, мне что-то... Ага, и что-то еще, да? Что ж там еще лежит? Так, канистра с топливом. Что тут еще есть? Блин, я боюсь, просто сейчас открою дверку. Если я сейчас дверку открою, он опять прибежит. Ладно, давайте попробуем. На крайняк убежим. На крайняк убежим. По-моему, это последнее, да? Или предпоследнее. Тихо, тихо, тихонечко, пожалуйста. Еще тише. Так, еще тише, пожалуйста. Так, я не туда пришел. А где ты? Так, карманная сумка. Да, мы... То есть, как бы, хорошо. У нас с вами есть еще место одно. Отлично. Так, я предлагаю сохраниться. Предлагаю сохраниться и понять, что мы будем с вами дальше делать. То есть, куда мы отправимся. Может быть, в то место, где мы через это, через паралаз. Пролаз, да, такие пролезли, и там была такие дверка с кусачками. Интересно, вот кусачки еще нужны, бачите? Или видите, бачите? Так, что ж мне сделать? У меня тут вроде булыжников больше нету. Гранатки у меня с собой тоже нету, обычной хаешки. У меня есть только бочка. Блин, ну если сейчас бочку взорву, это будет громко. Ладно. Ладно, давайте попробуем. Не знаю, стоит ли это делать вообще, либо не стоит. Может вообще забить на это все дело.
Так, перед тем как взрывать, давайте посмотрим, здесь нету никакого пролаза. Не, пролаза тут нету никакого, увы. Тогда что мы, блин, что мы делаем? Берем газ и ложим его сюда. Потом зажимаем эрочку и нужно заправить. О, как раз 4 патрошка есть, отлично. Один будет на бочку, а один, если что, на газ. По идее, через газ он не должен будет идти. Ладно, ну, в принципе, мы сохранились, так что давай. Епикей-ей. Так. Ага. Ничего не слышу. Что происходит? Что у нас тут? У нас тут добавилась карта. Хорошо. И что тут у нас находится? Давайте посмотрим. Надеюсь, что-то ценное. Ага, две записки. Так. Райнер мертв, убит. Спасибо, учитывая. Ага. Ага, спасибо. А тут что? Так, разрешаю проведение военного трибунала в отношении всех туннельных диверсантов. Ага. Окей. Да, кстати, я же забыл, мы с вами ищем динамит, и где-то я этот динамит видел, но я не помню, где я его видел. Это сейчас нам придется с вами опять ходить искать его. Где конкретно, в каком месте он был, я не помню. Так, дай мне хаешку, во-первых, газовую. Понимаешь, что она бесполезная, но ей можно и крысок разогнать. Ага, пролагало, все нормально. Ей можно и крысок разогнать, и... И, в принципе, монстр тоже, по-моему, где газ не заходит. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Так, опять же, я альтабнусь. Говорится, есть на то причины. Все, тут очки, едем дальше. Так, давай смотреть. Не знаю, можешь вернуться домой, заправить топливом генератор перед тем, как отправляться в дальний путь. Ну ладно, ладно. Так, здесь мы, по-моему, были, а я не могу теперь с помощью кусачек обезвреживать эти какие-то растяжки. Вот растяжка, давайте попробуем. Могу ли я это сделать? Могу, прикинь. И могу даже хаешку забрать. Ну все. Жизнь стала немножечко полегче в этой игре. Так, теперь главное понять. Ага, вот крыски. Так, тут закрыто. Так, тут закрыто. А крыска. Так, это что такое? Да, успокойся ты. Начинаешь. Так, есть какая-то карта. Есть какая-то карта. Если бы я еще разбирался в них, было вообще шикарно. Ты что на меня? Ты что, бык? Быкуешь? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ля-ля, ну все, твое мясо, отстань. Я ж не претендую. Говорится, я ж не претендую, все хорошо. Так, тут, по-моему, где-то еще была растяжка, если не ошибаюсь. Ага, вот она. Чпок. Вот записочка. Так. Ага. Райнер, война жестокая, она обезличена, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла.
Понятно. И вот канистра еще. Что у меня? Ага, у меня 3 канистры есть. Но, в принципе, я думаю, должно хватить. По идее, заправиться. Так, как говорится, на крайняк вернемся. Блин, где ж те туннели, либо туннели были? Так. Ага, сюда тоже не пройти. Это нужно как-то кудуй-то. Кого-то кудуй-то. Так, тут закрыто. Нет, тут открыто. Ага, тряпочка. Можно мне потрошек, пожалуйста? Спасибо. Целых 2. Целых 2 потрошка. Ага, еще канистра. И тут больше ничего нету. Только фотография. Ля. Я фотографую Шлимака. Не знаю, наверное, эти фотки что-то должны значить. Как бы подсказки там, все дела, но... Я как бы ничего не понимаю. Так, а вон ключик, я вижу, висит. Ребят, а нам ключик это нужен. По-любому, да? По-любому нам нужен этот ключик. И тут 2 варианта. Либо стрельнуть в бочку и тоже взорваться. Либо искать кирпич. Либо искать что-то тяжелое, чем мы сможем с вами... Чем мы сможем с вами раздолбать эту дверку. Не, ну явно не этим. Блин, надо было хаешку, да, с собой взять. Так, кто помнит, где мы хаешку тут раз этот, как его, обезвредили? А чё тут так темно? А чё тут так темно, скажите, пожалуйста? Я ж вроде... Вроде включал здесь свет или нет. Так, записка, конечно, это хорошо. Записка это хорошо. Так, ты кто? Ага, мы дверку с вами открыли. Так, но у меня для тебя есть, смотри. Смотри, мышка, у меня для тебя есть подарочек. А ну, пошли отсюда. Так, дай забрать. Ах, вы падлы, вы чего, издеваетесь? Давай, дергни отсюда. Я сказал, дергни отсюда. Блин, даже аптечкой не могу воспользоваться, да? Угу, записки. Ладно, ладно. А у нас есть аптечка? А у нас аптечки нету. Да давай, чухни отсюда. Давай, 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 давай. Так, что это? Ага, и что это? Ой. Ой, 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 бабайка бежит. Да гребаная крыса. Гребаная крыса атакует. Ладно, ребята, да, воспользуемся, во-первых, такой вот штукой. На, получи. Во-вторых, оденем эту вот штуку. А в-третьих, пойдем с вами заюзаем аптечку. Пока есть такая возможность. Пока есть такая возможность, заюзаем аптечку и быстро отсюда уйдем. Все правильно, КРСП через противогаз, умничка. Блин, я не помню, где находится конкретно то здание, где, нам, где оно нам нужно. Так, давай, ладно, выходим отсюда. Тряпочки, тряпочки. Так, вообще ничего не вижу. Я думаю, можно снять противогаз. Да. Я думаю, противогаз можно снять, потому что вам реально ничего не видно. Так, идем домой. Так скажем, домой к себе идем. Блин, мне гребаный ключ нужен. А этот ключ открывает вот эту дверку, да? Там, которая лежит. Я уже забыл, где этот ключ, где мне ключ нужно взять. Так, 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 так. Погоди, погоди, погоди. Что мне нужно? Мне нужно взломать вот эту дверку. У нас где-то здесь была хаешка. Мы где-то ее обезвреживали, помните? Или это не здесь было?
Или это, блин, не здесь было? Алло, игра. Дай мне, пожалуйста, хаешку. Либо взорвать ее просто бочкой. Ладно, взорвем бочкой. Не будем использовать хаешку. Но по-другому просто никак. Нам в любом случае нужен тот ключик. Наверное, я не знаю зачем, честно, без понятия. Я первый раз играю в эту игрульку. Так самое, наверное, как первый раз вы ее смотрите. Кто подписался на канал и следит за этим всем. Только самое интересное, что я сейчас взорву эту бочку, и там та бочка тоже взорвется, да, вторая? Да, когда я несу предметы, вот так я не могу заряжать фонарик, так что, как говорится, увы, ребят. Так, все, хорошо. Так, надеюсь, это взрывчатка, а не газ. Не хотелось бы, как говорится, опростоволоситься. Так, давайте полностью зарядим. Во, вот так. Отлично. Теперь у нас с вами сколько? 4 патрошка, да? Да, 4 патрошка. Хорошо, мистер Бабайка. И откуда ты на меня побежишь, мне интересно. Бум. Так, во-первых, мы забираем вот этот вот ключик, да? Это ж ключик? Алло. Нет, это, как говорил капитан Джек Воробей, это рисунок ключика. Это гребаный рисунок ключика. Ага, оно убежало. Оно убежало, ребят, я зря потратил все потрошки опять. Ну, что могу сказать, Арчи, поздравляю, поздравляю. Поздравляю, молодец. Блин, а что мне показалось, что это ключик? Так, тут точно ничего нету. Ой, знал бы, как говорится, знал бы, то я бы знал бы. Ну, то есть, да. Арчи, молодец. А может, она упала? Может, ключик упал? Хотя, думаю, навряд ли, да? Хотя все может быть все что угодно. С одной стороны, конечно, хорошо, мы монстра-то отогнали с вами. Но с другой, я как бы расстроен. Ладно, ладно, ладно. Уходим отсюда. Уходим отсюда. Блин, мне нужен гребаный ключ. Нужен гребаный ключ. Где его найти, я без понятия. Что это за музыка играет, я тоже без понятия. Ага, стоять. Стоять, стоять, стоять. Так, не то взял Арчи. Чуть не пропустил. Прикинь. А тут может быть все что угодно. Тут может быть все что угодно. Даже проход может быть. Главное сейчас теперь такие места не пропускать. Так, все, отлично. Давай сюда. И давай сюда. Во! Два патрошка. Чпоникс, буникс. Так, и давай записку почитаем. Так, после того, что случилось с Нуае. Нуае. Т-т-т. Да, учитывая то, как Рейнер так обошлись с ним. Угу. Ну, теперь меня терзают кошмары. Куда хуже все эти мои товарищи. Блин, зачем оставлять вот такие вот непонятные записки, если они, в принципе, не несут никакой смысловой нагрузки. А вот и был камень, ребят. Мы могли с вами не взрывать бочку, а воспользоваться камушком и сломать эту дверку. Ну, Арчи молодец. Арчи, как всегда. Да-да-да. Говорится, умничка. Не знаю, меня либо глючит, либо оно подтормаживает.
Либо глючит, подтормаживает. Короче, ладно, идемте отсюда. Попробуем найти с вами выход. И вот еще камушек лежит. Ну, то есть, да, я молодец. Нужно было просто пройтись. Так, эту дверь мы тоже, по-моему, да, взорвали с вами. Так, что я хочу сделать? Я хочу, во-первых, зарядить свой пехаль. Хоть и два патрошка, но все равно пусть... Пусть на всякие пожарные будут. Просто зажимайте R-очку и левой кнопочкой, мышки. Так, здесь мы были. Тут мы, по-моему, тоже были, да? Отсюда мы вроде достали с вами гаечный ключ или нет. Вот это я не помню. Вот это, короче, да. Так, ладно, идемте сохранимся, Я сейчас как раз посмотрю, что там по времени, сколько серия уже идет. И посмотрим, продвинемся ли мы дальше, либо это уже будет следующая серия. Сейчас, ребят, секундочку, я альтабнусь. 41 минутка. Ну, я думаю... Думаю, на этом все, ребят. Уже в следующей серии... Так, давайте сохранимся еще раз. В следующей серии уже попробуем с вами найти то место, где нам нужно будет найти взрывчатку. Нужно будет потом, по-моему, здесь заложить ее и взорвать. А идти нам нужно с вами либо направо, либо налево. Я вот это вот и не помню. С этими коридорами. С этими гребаными коридорами. Так, давай тут посмотрим. Давайте, как говорится, тут посмотрим. Что у нас тут-то? Здесь, да, по-моему? Да, мы здесь можем пролезть. Здесь мы можем пролезть. Ага. Так, и что нас там ждет? Интересно, что нас там ждет? Блин, ладно, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что нас там ждет. И нужно будет вспомнить, где я видел место со взрывчаткой. Так. Ой-ой-ой-ой. Это что я сделал? Так, походу сюда нужно будет залить канистрочку, да, куда-то? А куда заливать? Алло. Алло, игруля. Ну? Я понял, да, что ты не работаешь, тебе куда-то нужно... Походу нужно залить тебя... Ну покажи, где ты, подавай, помогай. Подскажи. Что это двигаю? Бочку двигаю или что я двигаю? Или что, или я ничего не двигаю? Так, ага. А, мне нужно откачать воду. А если я сейчас включу откачивать воду, да? Сюда прибежит бабайка, наверное. Так, где тут вообще... Эта штука, куда она заправляется? Ничего не понимаю. Кажется, ничего не понимаю, что тут происходит. Так, я застрял, да? Тихо, без паники. Что нужно делать? Так, ну это я бочку двигаю, хорошо. Куда мне нужно заправить... топливо. Ой. Но это явно так не работает, да? А, это явно так не работает. Ладно, все равно в следующей серии будем с вами разбираться, что да как. Но явно это так не работает. Тихо там. Я разбираюсь. Я разбираюсь, что нужно делать. Так. Эту штуку мы можем поднять с вами, не?
Так, это бабайка к нам идет, да, по-моему? Почему? Почему? Так, провод. Где провод? Ага, провод где-то сюда идет. Ты издеваешься? Ты реально, падла, издеваешься, да? Ладно, ладно, ребят, все. На этом, как говорится, всем мур-мур. Что это такое? Ага, понял. Всем пока-пока. И в следующей серии уже попробуем пройти нашу бабайку. Главное сейчас запомнить, куда мы с вами шли, потому что я параллельно еще пару игр записываю и могу, как говорится, потом не вспомнить. Так, давайте вернемся назад. Посмотрим, где мы были. И куда мы с вами ходили. Так. Ага, ага, ага. Exit. А здесь у нас что? У нас ремонтный цех. Понял. Через ремонтный цех и прямо. Только единственное, я не понял, на что свет там под... Да вроде не, да? Вроде не должно. Или что? Да, у нас тут бензин закончился. Окейшки. Ну и ладно. Ну и ладно. В следующей серии заправим. Так что все. Всем пока-пока. И до потом.